Если этому владельцу имени приходится оставаться в тени, то они чувствуют себя неудовлетворенными и недовольными, утрачивая жизненную энергию, фантазию и способность к творчеству. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Если в дате рождения этого человека мало любых единиц, у владельца имени смещаются творческие качества, бывает, что и очень сильно. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы В в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Звук Л говорит о сильно развитых родственных чувствах. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движения вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.